Привет всем. Очередная посылка из Китая. Открываем. У нас тут вот так упакована была в хорошую пупырку горелка для газового баллончика. Единственное, эта горелка не для поджога, а для пайки. Поджога она с пьезой. Ну и просто ей поджигаете и все. А это для пайки. То есть там стоит небольшая турбина внутри. Не настраивается. Ну, в общем, она там есть. О! Она раскручивается, и газ раскручивается в ней. И с помощью нее мы паяем, ну, допустим, алюминиевыми серебряными стержнями. Вот. Вот так вот на свет точно будет видно. Она ускоряет движение газов. И мы паяем серебряными стержнями, допустим, алюминий, медь или просто делаем спайку двух металлов. Но поджигаем ее зажигалкой. Устанавливается обычный коннектор на газовый баллончик пропановый. Ну и плюс-минус. Вот упор, это был плюс. Вот упор, это был минус. Ссылка на товар в описании внизу.